31 траўня 2020 года па дарозе на прадвыбарчы пікет быў затрыманы Мікола Статкевіч. Праз 3 гады ўжо на працягу 110 дзён ад яго няма аніякіх звестак. Гэты злачынны рэжым працягвае ціск на палітычных зняволеных у тым ліку і на спадара Статкевіча. Таму сёння я бы хацеў паразмаўляць з кіраўніком прадвыбарчага штаба кандыдата на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Мікалая Статкевіча Сергеем Марцалевым. Добрый день, спадар Сергей. Добрый день. Давайте зараз с вами, Сергей, вернемся до падзеяў 2010 года. И вот наступное пытанне у меня. Вот народная громада як политичная сила у 2010 годе и Статкевич як политичный лидер. Что его отрознивало от усіх інших? Он очень естественный, очень натуральный. Ему не нужно было изображать театральный номер. Статкевич было то, что делало из него политика высшей лиги по факту его, он был таким был, он таким родился. Его кажущей, его бескомпромиссности, в его решительности, в то, как он умеет преподносить свои убеждения публике. Его слушали, его трудно было не слушать. Чому не пришел этот человек? И он что, боится мужчинской размовы? В очи в очи. И он что, только с халуями может размовлять? И что? Это образу всему нашему народу, який хотел обирать, поравновать. Мы очень тщательно прорабатывали с ним выступления для средств массовой информации. И вот этот вот слоган, которым он заканчивал свои публичные выступления, в том числе 2 раза на телевидении, верни, что украл, верни нам выборы. А ты верни, что украл, верни нам выборы, а то мы сами придем и их отнимем. Поэтому важно было, чтобы не то, чтобы избиратель запомнил, что Николай Статкевич лидер социал-демократов. Важнее было, что они в нем увидели государственного мужа, человека, который готов, и самое главное, может взять на себя ответственность за страну, за те болезненные необходимые реформы, которые эта страна ожидает. Один человек, как камень на дороге к нормальной жизни. Его придется убирать. 19 декабря день большой уборки. Приходите. Я не один раз брал на себя ответственность за судьбу страны. Я готов взять на себя ответственность за площадь. Видимо, вот в этом было различие. Многие кандидаты в президенты, я имею в виду демократические, это в большинстве своем неплохие люди. Кто-то из них тоже добился и в личной жизни, и в профессиональной каких-то успехов. Но выразительных политиков среди них на самом деле немного. Статкевич как раз был выразительным, и остается таковым, разумеется. И для меня была большая честь работать с таким человеком. Дякую вам вялікі. Я нагадаю, што зараз мы размаўлялі з кіраўніком прадвыбарчага штаба кандыдата на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Мікалая Статкевіча Сергеем Марцалевым. Спадар Сергей, дякую вам вялікі за гэтую размову. Вам также спасибо.